очень давно дружу с Березниковским театром. Моя вообще первая постановка как драматурга была здесь. Это были Строгановы в 13 году. Сегодня же Мария Огнева не только пишет пьесы, но и обучает этому нелегкому ремеслу всех желающих. За 4 года она объездила десятки городов. И вот, наконец, добралась и до Березняков. Под свое крыло опытный драматург собрала сразу 20 человек от 14 до 60 лет. Все очень разные, но, как уверяет Мария, крайне талантливые. Есть среди экспериментаторов и наш коллега, журналист городской газеты. Способ не давать душе лениться – это какая-то веселая, как мне тогда казалось, как кажется сейчас, движуха. И если по долгу службы приходится писать что-то, что скорее информационное, а здесь появляется шанс написать что-то для души, тоже полезное дело. Начинающие драматурги проводят в театре по 3 часа в день. Кто-то пишет в одиночку, а кто-то нашел в узком кругу единомышленников. И хоть темы у всех пьес разные, цель у авторов одна – закончить хотя бы небольшой отрывок к этому воскресенью. А чтобы писалось проще, Мария дает начинающим драматургам хоть и странные, но весьма полезные домашние задания. Сегодня они ходили по городу с диктофонами и подслушивали чужие разговоры. Так что если вы видели какого-то странного человека, который ходил за вами с телефоном, возможно, это был наш участник. А не иностранный шпион. Да, да. Уже в это воскресенье всех желающих березняковцев приглашают на читки отрывков пьес. Всего их будет 16, и, как заверили нас в театре, это будет что-то невероятное. Ведь впервые увидят текст актера лишь утром того же дня. Обычно к читкам они готовятся заранее. Каким образом 16 отрывков мы сделаем за один день с утра, учитывая то, что при всей талантливости наших актеров не все из них качественно умеют читать с листа и произносить русские буквы в последовательности, написанные молодыми драматургами. Ну вот мы как раз, очень хороший эксперимент, мы как раз посмотрим, да, как это произойдет. Приходите. Читка отрывков пьес наших начинающих драматургов состоится в театре в это воскресенье в 7 вечера. Ну а после презентации своих трудов авторы продолжат корпеть над листами. Через месяц они должны будут показать готовые пьесы Марии Огневой, а после самые лучшие отправятся на конкурсы. И, если повезет, какие-нибудь тексты наших березняковцев зрители из разных уголков России смогут услышать уже со сцены. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.